Сейчас наш ролик скорее для новичков или для тех хозяев, которые только начинают консервировать выращенные овощи и фрукты. Мы сейчас рассмотрим основные ошибки. В первую очередь мы консервируем те продукты, которые собраны с грядок или с кустов моментально. То есть многие наши садоводы заготовки делают прямо на даче непосредственно. Но у некоторых нет такой возможности. Например, участок огородный и все. Таким образом, старайтесь собранный урожай принести в жестких коробах, коробках, чтобы поменьше было травмирования. Ссылку, как хранить овощи, посмотрите вот в этом углу. Несколько овощей, разные ролики мы снимали специально для вас. Сейчас мы вернемся к основным правилам консервации. Во-первых, консервируем мы обычно в стеклянных банках разных размеров. Крышки могут быть как под закаточный ключ. Крышки могут быть на банках винтовые. И также вполне имеет место пластмассовые крышки. Они в холодном виде жесткие. Но как их закрывать на банке, расскажем далее. В первую очередь все емкости должны быть вымыты под краном с использованием моющих средств, а лучше всего порошок горчицы. Вот эти части горлышки все должны быть промыты. Далее, стерилизуйте обязательно банки. Многие хозяйки стерилизуют прямо над чайником, над кастрюлей, используя подобные накладки. Здесь вот накладка сразу на кастрюлю ставится, сразу на три банки. Таким образом, я думаю, многие хозяйки поймут, как это использовать. Вот так вот. Сразу три банки стерилизуются в течение где-то 15 минут. Ни в коем случае не берите банки руками. Во-первых, это обожжетесь горячо. Во-вторых, используются специальные щипцы. Как практика показывает, чем старее щипцы, тем они прочнее. Но не факт. Вот я использую вот такой вот. Банка простерилизовалась, берете ее только щипцами. Переставляете, не берете ее вот таким образом. Не так, никак, только щипцами. И как заполненные, так и пустые банки все должны быть стерильные. Здесь смотри, чем тяжелее банк, тем крепче они зажимают. Если уж у вас нет времени щипцов, но вы уже загорелись с консервацией, берите толстые полотенце и быстренько перекладывайте. За горлышко не брать. Но это же для того, для тех людей, которые не имеют в хозяйстве таких вещей. Вот такие крышки. Их обдают кипятком. Или опускают в кипящую воду и немедленно вынимают. Почему? Резинка, которая вот здесь вот вставлена, она разрыхляется. Если вы будете стерилизовать долго, то при закатке эта резинка просто может выпереть мягкое, и могут происходить доступ воздуха, а это нам не нужно. Вот этими крышками их можно стерилизовать и нужно в горячей кипящей воде. Что случается с этими крышками? Они становятся мягкие, податливые. Уже заполненные банки горячим сиропом или с различными огурцами, банками, залитым маринадом, вы вот эту горячую мягкую крышку закрываете. Закрываете, вот здесь в середине придавливаете и немножко выпускаете воздух. Далее, представим, что это горячая банка. Также переворачиваем. И тут уже что делаем? Многие спрашивают, накрывать, не накрывать. Для чего переворачивать? Во-первых, это дополнительный прижим крышки к горлышку. Я накрываю. Берете любую, либо одеяло, либо старое пальто, накрываете, оставляете до полного остывания. Обычно это за ночь. Что происходит? Жидкость внутри банки остывает, и помним закон физики. Жидкость при нагревании расширяется, при остывании, замерзании сжимается. То есть здесь происходит вакуум. И он опять же изнутри закрытую крышку притягивает. У вас герметично закрытая банка. То есть, первое, стерильные банки, стерильные крышки. Не дотрагиваться уже стерильные вещи, стерильные места банок руками. И ни в коем случае не брать горячие банки голыми руками. Используйте подручные средства.
Ошибки какие? Это я рассказал то, что желательно это делать. Некоторые банки взрываются. Почему это происходит? Ну, то, что стерилизацию нарушили, это ясно. Потом, если продукты не имеют какой-то кислотности, например, те же огурцы, они взрываются. Почему? Потому что не хватает кислоты. Можно добавить, если любите маринованные, чуть-чуть уксуса. Прям уксусной эссенции пол чайной ложки. Или столовую ложку столового уксуса. Почему образуется, например, пленка плесени в закрытых банках с вареньем? Вот тут ошибка такая. Единственное, наверное, что не нужно сразу закрывать, это банки с вареньем вот такими крышками. Если сварено классическим способом один к одному ягоды одного объема и сахара такого же объема, то разливаете в банки и не закрываете. Либо закрываете бумажными крышками, как наши бабушки закрывали резиночкой. И салфетками. Вот такими, если крышками закрываете, можно, но после остывания. Потому что если закроете горячим, остывает конденсат на крышку, оседает. Потом он после остывания попадает на поверхность варенья или какого-то желе. И происходит что? Образование плесени. Нам это не надо. Поэтому желе, варенье и остальное мы закрываем крышками только после остывания. Так, потом обращаю внимание вот на такие крышки жестяные. Производители разные. Казалось бы, крышки одинаковые, но нет. Некоторые служат просто один сезон. Это крышки просто жестяные, без всяких покрытий. Здесь вот эмалевое покрытие. Соответственно, ржавчине не поддается долгое время. Это где-то 3-5 лет. Без покрытия. Крышка просто жестяная, она просто, ну, до следующего сезона. То есть не более одного года используется. Какие крышки выбирать, зависит от того, где вы будете хранить. Если вы храните в своей квартире, где-нибудь под диваном или в кладовке, или в квартире, то достаточно можно крышки без покрытия, самые дешевые. Потому что обычно семья съедает за один сезон до следующего урожая. Если у вас подвал, то подвалы тоже разные, с различным процентом относительно влажностью. Поэтому лучше там, конечно, с винтовой крышкой использовать, либо крышки с эмалевым внутренним покрытием. Сохранятся подольше. Ну и пластиковые крышки тоже в любое время можно их использовать. Но в любое время, смотрите, если нарушена герметизация, то всегда крышка покажет это. И не старайтесь закатывать сразу огромное количество банок. Для чего? После того, как вы закатали, например, банку, перевернули ее, укутали одеяло, например, для остывания на ночь. Утром вы переворачиваете, видите, что все нормально. Не старайтесь быстрее-быстрее убрать. Оставьте на 2-3 дня. За это время как раз банка и крышка покажут, все ли правила вы соблюли во время консервации. За 2-3 дня достаточно видеть, помутнел рассол или сок, или что. Если ничего не случилось, можно вот так вот постучать по крышке, будет глухой звук. Это значит, герметизация не нарушена, значит, все закрыто хорошо. Только в это время перевозите в гараж, в подвал или в то место, где будет храниться длительно. Ну а если все-таки вы допустили некоторые ошибки и у вас помутнел рассол или спучилась крышка, как это исправить, мы расскажем в следующем видео. Хорошего вам новогоднего стола, закатывайте, закрывайте или возьмите на вооружение на следующий урожайный год. Всего доброго, до свидания.